Здравствуйте, друзья! Мы с вами на таком маршруте, который называется 17 Miles Drive. Это туристическая достопримечательность Калифорнии, недалеко от города Монтерей, недалеко от города Кармел. А вообще это называется местный городок Pebble Beach. Pebble – это галька. Ну, не суть. И вот та точка, в которой мы находимся, называется Spanish Bay. И если мы так вправо пойдем, а мы сейчас пойдем вправо, там такие, знаете, фешенебельные курорты для гольферов. Вот там, видите, крыша черепичная впереди. А здесь вот такой дощатый трейл, да, значит, ну, такая тропа. Дощатая тропа. И мы по ней пойдем гулять. Мы любим тут погулять, да, Свет? Ну, конечно, почему нет? Да, это одно из излюбленных мест Светланы. Гуляем. Это якорный пойнт. Якорный пойнт, это сильно. Место силы, можно так сказать. Всякие морская живность забирается на Каменюку. Вот поглядите, я, к сожалению, вижу сейчас хуже, чем вы, потому что мне далеко. А с видоискателя отсвечивает солнышко. Ну вот я хотел вам показать. Я так и вижу иногда мокрые туши морских львов, которые так ползут наверх, потом бах, и сваливаются, и катятся вниз, там обдираются. Такое вот интересное зрелище. Вы слышите звуки, это вот как раз орут морские львы. Вот, друзья, какая... Картинка хорошая. Что-то похожее. В это время Дмитрий рассказывает об энергиях, которые тут схлестываются с разных сторон. А вон там крыши дорогой недвижимости, такой гольферской, клубной. Друзья, я чувствую энергию денег. Да. Но и океан тоже. Совершенно бесплатно делится с нами своей энергией. Вот тут практически не видать, ну, в крайне небольших количествах есть серферы, вот там, ну, может быть, вам не видно. А волны хорошие. Запомните, друзья, это место, 17 Miles Drive. Недалеко от Монтерея, Кармел. Это все очень туристические места. Давайте я так панорамно вам поведу камеру. Тут, знаете, еще довольно сильный и такой острый запах гниющих водорослей, серы. Так, справа от меня тут гниет какая-то растительность морская. Запах острый, но, в общем, таким именно неприятным я его назвать не могу. Вот, да, горячий ключ мне напоминает такое место в Краснодарском крае. А, там серы много в воде, там источники лечебные. Тут целая батарея вот этих оптических устройств. Я не знаю, там видно что-то или нет. Или надо копеечку бросить, или не надо. Но вот давайте попробуем. Вряд ли мы сможем увидеть что-то через устройство, но... Ну, даже не видно, чтобы денежку... А, нет, видно, да. Видно, надо 50 центов. Рельеф извилистый вот у берега. Соответственно, у настила, по которому мы идем. Видите, как... Мы тут по дуге такой движемся, и перед нами открывается красивый вид на пляже. Давайте еще попробуем. Я попытаюсь на максимум разрешающей способности. У меня камера позволяет увеличивать 60 раз. Так, похоже, что это... Да, нет.
Скажи, Светик, так, чтобы слышно было, вот тут микрофон. Вот смотри, лежат эти самочки, просто отсюда не видно. Мы как-то с пирса их наблюдаем. Они там лежат, как шпроты. И вот это то, что они ласты поднимают, это они голосуют, чтобы их выбрали. А к ним вот это выпрыгивает и подмигивает. Это ты так размечталась так, или? Нет, ну мы уже это видели вблизи просто с пирса. А к ним подныривают самцы. И вот у них сейчас октябрь, сентябрь, у них брачный период самый. А вблизи, друзья, вы видите, что пляж дикий, никто его не убирает и чистит. Весь он в водорослях каких-то. И, в общем, пляжем это назвать трудно. Так вот, если мимо только погулять. Вот, а справа, вот они, гольферы. Там ходят, разминаются. Мы со Светланой где-то лет 20 назад присматривали квартирку вот там, среди этого, ну, в этом комплексе, вот среди того, что там слева. И квартирка была, оказалась что-то там 2 миллиона. Мы подумали, да не такие уже мы и гольферы, чтобы тут за такие деньги. И так вот и не купили. Пока я тут снимал для вас, друзья, какая-то муха назойливая мне на локоть садилась. А я же не могу, у меня чтобы рука дрожала-то. Вообще зрелище такое, вот сколько раз мы тут были, я такого не видел, честно. Прям какое-то восхождение. А куда они лезут наверх-то? Что им наверху, я не понимаю. Они там еще дерутся. Дерутся. Из-за чего они дерутся, я не понимаю. Вы видите, как красиво тут. Вот фотосессия. Вот мужчина забрался туда далеко. Его снимают. Мощные волны такие катят. Это открытый океан. Тут тебе не полуостров какой и не залив, тут по-настоящему все.